Прошка, я сейчас занята. Мы в школе на репетиции. Ты меня называешь, не знаю. Не знаю. Кстати, какая красота тут. Хорошо. Давай. Дома, Настя, если вдруг ты захочешь идти, давай, можешь идти домой. Ну, не знаю, все. Давай. Давай. Кстати, стань красиво. Это ты говори, вон. Нет, она будет снимать. Я снимаю, я потом там не будет еще. Ты должен сказать, что я должен сказать. Иди туда к елке. Иди становись к елке, я тебе до пояса, потому что ты в шортах. Стой. Можно мне тоже до пояса? Ну как пожалуйста. Только на меня смотри. Только руку достань, как манной стань ровно. Я думаю, у кого в Дениса сколиоз, папу крестного в конце концов. Говори, ровно становись. О, красиво, говори. Но все равно, ну. Понимаешь, у тебя какая проблема? У тебя майка вот она вот так. Если ты станешься боком, то вот ты кривой. Могу снять майку. Вот, отлично. Нет. Ладно, я скажу сейчас. Семен, возьми Семена. Потому что он начинает там вякать, а это будет потом. Семен, так он тоже там. Где мы? Вот тут я, мама. Ну пусть так. Будьте приветливы. Тут плохо, тут солнце бьет. Пошли. Вот сюда. А там солнце в глаза будет. Давай к тому вон кусту. Вот тут вот будет тень. Давай. Давай. Да. Вот я возле этого худею. Нормально? Все равно да. Солнце. Ты что, тетя другая? Волосы поправь. Так. Говори. На меня смотреть потом. Возраст не важен. Все ясно. Я не Байрон, не Рэмбо. Можешь плакать. Возраст не важен. Достал же тоже. К логопеду. Возраст не важен, указанный в паспорте. Только душа знает, сколько вам лет. Сгоняли в школу. Там у нас была запись к выпускному. Родители напутствующие слова говорили. Теперь я буду монтировать эти слова все. Пришли не все, 6 родителей. Из нашей семьи двое. Настя подслушивает. Блин, я не знаю. Настя потом во блоге увидит. А, заранее. Точно. Вот, еще одну маму надо будет мне ловить. Среди недели с соседнего дома. Вот. Так что, ну, там сняла территорию школы. Посмотрите, немножко тоже красиво. Там очень красиво туи. Так все цветочки, ухаживают. Молодцы. Мне так нравится. Как раз попали, там были собрания первый класс. Закончили, куча детей, и родители, стоянка все занята. Еле туда попали, в эту школу. Вот, так что завтра мы идем на день рождения к нашему знакомому. Вот. Доброе утро! С утра пораньше. Смотрите, какой, где мы находимся. Потому что я стирку сейчас буду загружать. Видите? Он у меня здесь в ходунах, и я тут рядышком, да? Мы сегодня поедем с Семеном в поликлинику к врачу, к ортопеду. Привет, привет! Все как обычно. Завтрак. Готовлю, чай уже приготовила. Достала себе вишню размораживать. Уже опять пожелтели мои цветочки, нужно их ободрать. Видите? Как-то два вообще не желтеют листики. Хорошо. Ну, стоят. А эти три, остальные три тут желтеют. Сами так молодцы, хризантемы. Не опадают. Вот. Я не знаю, видно вам тут или нет? Нет, не видно. Вот, смотрите, сами они так молодцом. Немножко тут кончики только, да? Эти вот не желтеют, а эти желтеют. Сейчас опять почищу. Где дело? Хочу поставить так, чтобы вам было видно. Вот все-таки вот паяльник, который покупала я соску. Кстати, по поводу соски. Держу вот в руках одну и вторую, да, у Семена. Руки, правда, после цветов. Очень странная соска. Ну какая же это у нас нук, по-моему, или какая-нибудь. Вот одна пустышка, да? Это до 6 месяцев. И такая же. Вот я на Семена когда смотрю, это которая 6-18. Чем они отличаются?
По мне, вот смотрите, они одинаковые. Когда на лицо смотришь, вот это на ребенке как видно, что как будто не маленькая. А эту, которую мы, я купила вчера. Ну там в аптеке какая была, видимо, буду другую еще покупать, видите? Ну, держи свою сосу, чтобы не упала. Вот она такая, как будто ему маленькая, это Бебидор. Вот, у нас в аптеке была, я ее купила. Вот, поильник у нас тоже Бебидор. Это еще Прошкин. Ну, они недорогие, поэтому какой-то тут выбор какой есть, такой и есть в нашем городе. Поедем в Гипер, посмотрим, может быть, там какую-то другую. Потому что мне вот это мне нравится, но мне очень тяжело ее искать. Она прозрачная, если так лежит, я не видно. Я уже решила взять что-то поярче. Вот, что там мой блин. Тём, что-то тут у нас блин. Ты мамин помощник, да? Это он уже не захотел сидеть. С утра я уже пылесосила, стирку включила, а он, еще рановато, а он лежал, сидел в каблуках, стульчики ему уже надоело в манеже, поэтому он на ручки пошел, да, все, Семёшка. О, смотрите, какая красота у меня тут, вишню обожаю, без косточки, она разморозится, и я без сахара, без ничего ем, смотрите, простыла. Голос плохо слышит. Сегодня нам на день рождения идти. Но это все кондиционер в машине. Все, мы собрались с Семой, да? Семой, как ты? Ой, глаза мама мыла. Глазки у него так и гноятся. Витя, пойдем опять умываться. Он так не любит эти глазки умывать. Привет. Ага. Давай. Смотри, а ты сейчас куда едешь? Я просто сейчас вот с дома буду выходить туда. Может, там и встретимся, что в Юле. Где-то, а? Ну, вот тряпочки всякие взяла. Одной девочке, второй девочке, маме. Короче, заказываю, да?